Привет, друзья! Недавно на моем канале был обзор защитных сварочных очков хамелеончика. Видео можно посмотреть по ссылочке. Немножко доработал. Вместо защитной пленки вставил стекло. Но когда устанавливал, оно вот здесь треснуло. Стекло очень тоненькое. От фотопластинки. Сейчас мы их протестируем, а потом, возможно, стеклышко я заменю на более толстое. А может быть, выкину на помойку. Прикупил немножко электродов. Электроды патоновские, двоечка. Вот на них мы сейчас и проверим. Протестируем. Защитные очки. Электрод двоечка. Ток 60 ампер. Немножко добавил 70 ампер. Сейчас посмотрим через очки. Ух, нифига себе! Отлично! Просто замечательно! Сейчас возьму еще один электрод. Защита работает. А насколько хорошо, не знаю. Глаза пока еще не отреагировали. Но руки чувствуют. Забыл взять перчатки. И забыл натянуть балаклаву. Но теперь могу провести прямую линию. Ну, более-менее. Очень быстро уходят тоненькие электроды. Ну, как-то так. А на сегодня все. Ставим пальцы. Всем пока. Ссылочка будет в описании.